Приветствую вас, друзья, с вами Добрый, очередной выживальщик в Дейс на просторах Черноруси на проекте Первак. Ну что ж, друзья, давайте продолжать наше выживание, всем приятного просмотра, ну а мы погнали. Итак, залутал я, значит, эту промку Мышкина, нихера тут ничего не нашел, поздоровался с такистанцами и двинулся дальше. По пути сделал я себе привал, подлатал немного свои шмотки, сварил свое мясо и направился в Галкино, где особо тоже лутом не пахло, но единственное, что я нашел, это пачка гвоздей. Ну а дальше спустилась ночь, и в игре я появился только через несколько дней. Приятного просмотра! А мне вчера на кумырне сказали... Что у тебя писька маленькая? Да что вы говорите, ага. Ой, а это кто пробежал? Анжелка? Так, и деревянная смола. Вот что мне нужно было. Пойдет. Так, делаем пряжу. Конечно, место не лучшее, блин. Сейчас могут и животные прибежать ко мне сюда. И всякая-всякая нечисть. Самодельный скотч. По-моему, так... Сделать глушитель. Скотч остался даже. Слушай, мы можем что-нибудь починить. Так, хорошо, у нас есть глушитель теперь запасной. Нетронутый, пойдет. Пойдем. Так, тут что у нас? О, мы можем перчатки подлатать, слушай. Тут пусто. А что у меня с перчатками? Сильно повреждено. Ну-ка, давай-ка мы подлатаем их. Кайфные механики. Колоссальная работа. Спасибо. У меня, кстати, галоперидола нет. Да, как лечить психичку, я вот не знаю. Ну ничего, будем слушать эти голоса, а что делать? Машинки нужно лутать, тут всякое может выпасть. И патроны, и еда, и всякое такое. Кстати, я съел столько мяса, и до полного желудка мы так и не отъелись. Хреново, да? Курятник забыл. Чекнуть. О, а там газа нету. Блин, ну ладно. Нужно поселок глянуть. И водички поднабрать бы. Там бутылочка у меня еще есть. Я не знаю, туда можно воды набрать? 2 яйца, пойдет. Вот это хорошо, мне нравится. Так, что-то нам холодно, слушай. Калории улетают. Жуть какая, а. Дед. Стой. Кстати, у меня осталось 3 патрона на МК-2. Так, мачете. Давай пока возьми. Вон того деда нужно будет успокоить. Или да, уходи-ка туда куда-нибудь. О, попить. Нормально. Тоже пойдет. Куда ты взял мачете? Вот давай. Как раз таки этим мы сейчас все и будем делать. А дед пустой. Ладно. А чё так мало кишков? Мне нужно больше. Только он, лишь только он. Может заходить мой полсезон. Че, как вам психичка? Нормально? Так, есть такое дело. Это давай сюда. А где еще одна веревка у меня была? А, я ж топорик взял, точно. Кости надо, кости не надо, все. Так, а ты калитка. Ну давай посмотрим, что можем найти. Так, тут пусто на этот раз. Ладно. Кстати. Где мой мачете, который я выбросил? Сделаю себе несколько крючков. Ой, ёб твою. Хорош, блин, ну что-то громко. Так, ну все, этого хватит. Слушай, я не знал, что крючки можно стакать. Капец. Сюда, если воду наберу, вот я хочу проверить, оно будет проливаться? Пить мне сейчас смысла нету, я отпился до фула, поэтому просто хочу проверить. Можем мы... Хотя пробка есть, я думаю, не должна проливаться. Да, все. Запас воды не помешает. Можем даже в кастрюлю набрать, пусть будет. Вырубай комп! Да я только включил. Не надо, вырубай. Вот так вот. Ну, хоть половинка пусть будет. Во фляжке у меня есть вода, все. Запас воды имеется. Там кто-то суетится, бегает. Стой, дед. Так и знал. Вот так. Блин, патроны на МК-2, все. Сколько осталось? Да хорош, что-то громко. 1 патрон остался. Это мне никуда, ни на что вообще, ага.
Да, еще нужно где-то привал делать, поспать. Че я ночью этим не занялся, не знаю. Так, а тут, слушай, три кишка, нормально. Так, ты, значит, сюда пойдешь. Тебя некуда брать, да? Ты очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Есть такое дело, мне тоже так кажется. Это можно выпить. Так, нормально. Это сюда. Бумажка, вернись. Все чистое у меня, все чистое. А давай из лужи попьем. А давай. Только чуть попозже, ладно? Ну все, пойдет, пойдет. Два стака есть, нормально. Этого мне должно хватить. Так, блин, ну хорош. Вот с ним уже придется драться. Хотя подожди, давай-ка с Юмпу попробуем. Нормально. Хоть и не в голову попал, но хватило это ему. Ага. Так, батареечку нужно вставить. О, поддон. Блин, а поддон, подожди, его же разобрать можно, нет? Разобрать поддон. Чем еще? О, ёпамать. Гвозди. Я не знаю, гвозди могут выпасть или нет. Может, не надо тогда? Я знаю то, что доски выпадут. Зачем мне доски? Ладно, не буду разбирать я этот поддон. Зомбаря не буду тоже разбирать. А вот грушку я буду забирать. И вторую тоже. Это мне нужно сразу съедать. Ну давай. Пока никто не видит. Тихо. Тихо. А, ну да. Опа-на, пойдет. Видали, видали, видали? Видал, видал. По-моему, она мне подмигнула. Да, а вот брать некуда. Бумажка тогда нахер идет. Подожди. По-моему, у меня тут стак неполный был. И у меня теперь вообще ни одного слотика нету свободного. Еще круто. О, о, пойдет, пойдет. Это мы пьем сразу. Места нету, чтобы собирать это все на потом. Поэтому съедаем сразу, что это? А. Так, ну что, остался этот сортир и все. Стоять. Ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Все спокойно. Ёпа-мать, эти звуки. Жуть, конечно. Так, это мы сейчас сразу попьем. А Левтине вашей космо бы повыдирала. Да за что? Что она сделала? Блин, мне может грелку включить, а? А то что-то холодно. Это мне не нравится. Блин, надеюсь, сейчас там не будет такистанцев, а? Зарядил? Зарядил. Но если что, будем с мушки стрелять, а что делать? Вообще не хотелось бы там с ними воевать, а потому что... Теле-теле. Потому что там газ прилетает и... Не знаю, я могу тупо не успеть, наверное. Блин, вот здесь тоже бы подлутаться нам. Было бы неплохо. Ну давай, мы сейчас замок глянем и тогда сюда вернемся. Ну слушай, по-моему, нет тут никаких такистанцев. Хотя было бы хорошо с ними повоевать. У них там может быть Детрик. А мне как раз таки его и не хватает для полного комплекта. А Холеру тоже никто не отменял. Так что, да. Арбалет бы найти скорее, а? Я бы, может, с зомбарями так сильно не парился бы. Но что-то как не везет мне на арбалет этот ваш. Мне кажется, это неприлично. Что именно? Машинки лутать? Да нормально. Марлин! Отлично! Так. Ой-ой. Так. Только он, лишь только он, может заходить мой полсезон. Елена, чуть-чуть не в тему. Ой-ой. Окей, ладно. Давай ломик, может, хотя бы. Нет, заговорка. Блин, ну давай съедать сразу, что ли. Марлин, Марлин, это хорошо. Блин, может сейчас Марлин забрать и... Пойти сразу закопать, что ли, а? Сделать схрончик себе. Ты очень странно себя ведешь. Тебе думаешь? Мне вот тоже так кажется. Есть тут что? Хлорные таблетки есть. Ну ладно, тоже пойдет. Хотя я не за этим сюда пришел. 9 штук. Я думаю, мне этого хватит пока что. Стой, 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 стой. Промазал. Промазал. Ну куда ты? Пойдет, пойдет. Ладно, короче, мы сейчас забираем Марлин. Делаем себе закоп, схрон. А потом вернемся сюда. Да? Да. Кто сказал, да? Давай, не надо. Только найти бы место.
где сделать этот схрон. Ты что, за мной пойдешь, да? Неужели ты думаешь, что это разумно? Я вот тоже об этом думаю. Ну, в общем, вот так будет выглядеть мой схрон. Это все мы закопаем где-нибудь тут. Да, пока я этим всем занимался, туда газ прилетел. Ну, пойдем, тут пролутаемся. Ой-ой, кто сказал? Ну, умри. А тут же тоже можем найти гвозди, всякое такое. Мне не нравится то, что открыто все. Неужели тут кто-то был? Эта психичка, конечно, с ума сведет. Она и так уже с ума свела нас. Да блин, ну почему ты не сдохла? Еще кто-то, да? Или это твой голос остался тут? Яичко, нормально. Почему одно только, вот вопрос. Грелка наша заруинилась, и теперь нам холодно опять. Да хорош, ну блин, как же бесит это. Кто там еще вязь сказал? Ага. Давай драться. Блин, нам еще поспать нужно. А что, нам здесь что ли этим заниматься? Да не, как-то не хочется. Давай куда-нибудь в лес уйдем, что ли. Костер разведем, тут же все к нам прибегут. Ой-ой, подожди. Открой глаза. Игрушку забери. О, бутылочка, пойдет. Что это, штаны? Ничего себе, какие штанишки. Это мы берем, конечно. Тоже на 36, но выглядят они покруче, я думаю. Да, пойдет. Нормально. Ха-ха-ха. Куртку бы еще найти. Так, что это? Патроны. Идет, а чем стрелять? Блин, ладно. Так, слушай, я думаю, на свой страх и риск вот тут и сделать кастер нам. Зомбарей вроде как нет вокруг. А что делать? Можно поспать. Да, сейчас подожди, открой глаза. Так, это сюда. Как я не люблю бумажки растакивать, это вообще капец. Блин, отмычки тоже нет. Хреново. Сейчас как раз плюсик получим мы. И не будет нам-то холодно во время дождя. Так, ну все. Прилечь. Давай спать. Тили-тили-бум, закрой глаза скорее. Так, нифига себе. Нам удалось выспаться прям до конца. И при этом еще таблетку получить. Нормально. Ну все, теперь можно идти лутать. Спокойно, замок. Тут я вроде как все осмотрел. Ничего такого не нашел. Это что за куртка? Подожди, мне интересно. О, блин, патрульная на 42. Да, я хочу забрать эту куртку. Пусть, ладно, ты на 36, но мне он нравится больше. Так, подлатать нужно. Ну хоть мерзнуть перестанем. Грязно, но ладно, мы потом будем мыться, стираться, это все дело. Ага. Пойдет, нравится. Давай сделаем так и вот так, чтобы капюшон, ага. Все, пойдет, нормально. Благо место мы себе освободили и теперь можем позволить себе это пожертвовать несколькими слотами. Вот интересно, я смогу тут найти комплект для чистки. А слушай, ты до сих пор тут стоишь, что ли? Ага. Чтобы не мешал. Так, а у тебя может быть ломик. Ой, промазал. Ну, умри. Бесит. Только новую куртку надел. Так, ну давайте ломи хотя бы. Отмычка, нормально. Тоже полезная штука. Ты пустая, ну ладно. За отмычку спасибо. О, тут что-то появилось, маска. Нормально, давай. Все зелененькое. Крышки эти ваши какие-то не свежие, что ли? Согласен, да. А как какать? Не знаю. Так, что-то лежит. Ведро? Кто сказал «Б»? Ты где? А можно я тебя видеть буду? Ну ладно. Так, это что? Магазин для сайги. Сайгу я закопал. Ты что, в текстурах застрял, да? А арбалет тут можно найти? Да вообще, хоть что-нибудь найти бы. Это что? Пойдет.
Теперь я СКС хочу. Нормально. Да, он в текстурах застрял. Ты один? Забыл зарядить. Еще кто-то? О, блин, а это хреново. Ты где? Сдохни, сдохни, сдохни. Так, ну давай, перевязывайся. Так, заражение. Надеюсь, что это заражение. Ну ладно, если даже с сальмонеллом есть чем лечить. А чё тут вот, блин, нихера ничего нет, а? Зомбарей куча. Хлор прилетит сейчас. Ну-ка, стой. Еще один. Вырубай. Вырубай комп. Нет, не вырублю. Рано еще. Рестарт, да? Сейчас надо, да? Так, тетя, стой. Да хорош, ему 45-ки мало, что ли? Ты вообще пожарный. Что ты здесь делаешь? Ремень. Ну давай. Свой-то и закопал. Запасной. Что-то в животе кровит. Лежит. Так, Мосина. Так, ты уходи. Ты, значит, приходи. Ты очень странно себя ведешь. Ух ты, блин. А ты откуда взялся? Да, конечно, еще под рестарт то, что я попал. Это хреново. Патчи 6, конечно. Слушай, а если сейчас мы в газу окажемся, что нам делать тогда? Это же будет некрасиво, это будет стрёмно. Но... Так. Хорошо. Да что такое? ЧЗ. Так, ножны, ножны надо брать. ЧЗ мне не нужен. Мне что-нибудь другое нужно. Прицел ПУ. Сильно пожеванно, да пофиг. Иди сюда. Нормально, все, теперь можно уходить. Блин, что хреново, сейчас зомбари все переспавнятся. Но пока их нет, нужно уходить. Так, ну все, план минимум мы выполнили. Нормально, мне это нравится. А что я туда иду? Зачем мне туда идти? Пойдем отсюда выйдем. Там промочка есть, мы сейчас туда заглянем. Да, я думаю, сейчас где-нибудь тут мы постираемся, помоемся. Пойдем промку лутать и лопати надо. Так, а я взял? Так, я взял. Все, сейчас мы починим прицел свой. И будет вообще шикарно. Блин, тут медведя бы не встретить. А с мишкой мне вообще сейчас не хочется никак дела иметь. А может мы сейчас и порыбачим, а чё нет? Так, вот это место мне нравится. Вот так. Блин, и на юмпу скоро патрон закончится. Неужели ты думаешь, что это разумно? Я вот тоже об этом думаю. Мне кажется, нет, это неразумно. Давай другое место искать. Кстати, дед, хорошо, что ты здесь оказался, слушай. Мы сейчас и костей себе намутим, крючков побольше. А если шторм, куда нам бежать? Ох ты! А вот это вот хорошо. Это вот надо. Крючок. Чего? Ноль? А он будет работать? Я что думаю? Наверное, давайте ближе к промке пойдем. И там будем этим заниматься. Потому что если вдруг шторм, то... Да хотя бы будет куда убежать. Эти чё? Так, ну все, мне тут больше ничего не надо. Червя больше некуда брать. Ладно, все, двинули. Я всегда, вот всегда хотел где-нибудь тут порыбачить. Блин, классное место. Слушай, или пофиг, тут уже сесть порыбачить. Шторм. Ну чё шторм? Я думаю, дойдем, если вдруг чё. Место хорошее. Да? Да. Так, а тут я смогу помыться? Я не смогу тут помыться, ну хорош. Как так-то? Ой. А я уже к промке пришел. Ха, пойдет. Ну вот тут я точно смогу помыться, но, блин, опасно это все. Вот тут я же смогу помыться. Блин, хреновое дело. Ладно, будем рисковать, а что делать? Кстати, я мыло так и не находил. Ну тебе сюда нужно, да, бежать? Какое ж ты говно. Иди сюда. А мне вчера на кумырне сказали, что у тебя писька маленькая. Да в рот они все.
Да, место, конечно, идеальное себе выбрал. Капец. Так, сейчас мы вот это дело закончим. Пойдем тут осмотримся. И сразу пойдем рыбачить. Потому что калорий мы немало потеряли. Но, блин, а ты откуда взялась? Уходи. Алло, алло. 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 Да-да-да. Алло. Я слушаю. Ну да, смотри, что делать. Ты серьезно? Ты меня запалила? Бей, 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 бей. Ну что ты не бьешь? Ну капец, блин. Слушай, я вот тут лутаться собрался, а у меня-то места нет нихера. Может пойти порыбачить сперва, место освободить. А потом сюда. Тут слухи ходили, что в Солнечном один мужик козу изнасиловал. Вроде как Сева зовут. Ничего себе. Это вот новость. Тут же коз насилует. Гребешки, пойдет, пойдет. Камушек. Взял? Взял. О, грибочек. Нормально. А взять некуда. Ладно, я думаю, тут прям сяду и буду рыбачить. О. Ну. Кости, ну хорош. Не, это мне нужно. Да блин. Ну давай уже рыбу мне. Прям на нервы бесит, слушай. Да. Так, ну давай, вот у нас еще 4 попытки есть. Полетят мотыльки. Стэн свернулся у реки. Че поймал? Кастрюлю поймал. Ну нахера она мне сейчас нужна? Так, давай-ка мы туда отойдем. Говно, а? Как меня бесишь. Ну все, короче, в жопу эту рыбалку. Бесит, не понравилось. Хотя подожди, у меня тут есть крючки. Давай мы еще один раз закинем, посмотрим, повезет нам или нет. Так, ладно. Пойдем сюда обратно. Тут там мы хоть что-то ловили. Че поймал? Да, ну какой же ты, блин, бесит, а? Ладно, кастрюлю я заберу с собой. Пусть будет. Вот так вот. Грибочек тоже бери хотя бы. Хоть что-то заберем съедобное. Пойдем промку лутать. Ого, ого. Так. Слушай, у нас 3 грибочка уже есть. Если мы еще 3 найдем, мы сможем себе супчик сварганить. Так, стой, дед. Нормально. Спать, дед, спать. А давай из лужи попьем. Давай. Охотничий жилет. Блин. Нет, я все-таки при саке останусь лучше. Так, а тебя можно лутать? Нет, тебя нельзя лутать. Ух ты, патроны, пойдет. А вот теперь скорпиончик мне не помешал бы сейчас. Ну или ПМ хотя бы. О, вот это вот то, что мне нужно. Давай, пьем. Че, это тактические штаны на 30. У меня на 36. Нет, не надо. Так, зомбари ходят. Много зомбари ходят. И тут зомбарь ходит. Ты что, чесался, что ли? Почему? Мы же помылись. Топорик сильно повредился у меня. Ну, полилась моча в раковину. Топорик сдох. Да сдохни ты, а. Какая же ты мразь. Так, слушай, я спрей свой пловы закопал. У меня тут осталось-то немного совсем. И давай-ка мы перчатки свои подлатаем. Так, а у меня на юмпу патроны кончились. Очень приятно. Мне теперь вообще нечем стрелять. О, нормально. Это мы берем. Есть топорик у нас. Все, пойдем. Че это? Тактическая футболка. Прикольная. Так, возьми соль. Только не запали. Да неужели? Впервые вообще мне сработало стелс-убийство. Тряпки давай возьми. Капец ты, дядь. Патроны? Мне заруинили патроны. Или нет? Подожди-ка.
А как это случилось, что они выпали? Странно очень, хорошо я заметил. О, вот этот хороший рюкзак, слушай. Сюда и пушку можно приоттачить. Это вот, вот так вот делается. Ага. Сюда и топорик можно приоттачить. Вот так вот. Рюкзак мы этот берем однозначно. Сейчас мы его подлатаем. Так, нормально. Хорошая находка. Прям очень даже нравится. Правда, грязный рюкзак, но... Опять нам придется стираться. Что уже бесит на самом деле. Так, ну все, пойдет. Пойдет. Хоть что-то полезное нашли. А в КПП давай какую-нибудь пушку. А ну да. Рупор просто, мегафон. Ага. Спасибо. Вот эти машинки не лутаются, насколько я знаю. А, лутаются. Так, ну если что у нас тут? Лопатина дальше. О, нормально. Так, ты иди сюда, значит. Ты иди сюда, чинить. Еще раз. Все, ништяк, ништяк. Блин, у меня столько магазинов, а пушек под них нет. Так, все, вареная есть. Кстати, кастрюля будет работать как грелка. Будет греть нас. Да или нет? Не знаю. Кстати, давай-ка мы рацию включим. Вот так, теперь мы будем получать оповещение о шторме. Так, все, это можно съедать. Я вообще хотел в лагерь сходить. Этот, как его? Биатлон-арена, вот. Но мне сейчас нужно лутаться, нужно стройлут искать. Пора уже базу строить. Почему он прищуривается? Ага-ага. Слушай, а кастрюля нас нормально греет. Хорошо. А, сюда же газ может прилететь. Вот же говно. Ладно, будем убегать, если еще. Так, благо дождь. Эти говнари плохо слышат. Яичко. Почему одно? По два же было. Скотч. Пойдет, пойдет. Хорошая находка. По-моему, я арбалет хрен когда найду. Что-то у меня предчувствие такое. Вот что он глаза щурит. Катушка не нужна. Дед, ага, ты хорошо, что увидел меня. А ну иди сюда. Да, блин, ну... Почему ты быстрее меня? Ну давай, ты пока иди, я тут успею вот это все. Ага. Я-то думаю, что за звуки? А это рация у меня включена, ага. Ха. Револьвер. Нет. Хотя, подожди. А ну-ка, иди сюда. Давай, заряжай. Это мы, значит, берем. А вот это выбрасываем. Ты сюда идешь, да? Ты чё, дебил? А как ты так сделал? Да умри ты! Слушай, вот еще место освободили, пойдет. Так, вот у нас еще слотик есть под оружие. Это под арбалет я оставлю. Все, пойдет, нравится. Сколько патронов у меня? 12 штук, нормально. Перчатки. Это то, что мне надо. Ты что, дурак? Ножовка. Строй лут. Ништяк. Сколько ты мест занимаешь? Нормально. Дела пошли. Еще бы гвоздей нам. Несколько пачек. Вообще было бы шикарно. Слушай, может мне вещи отжать нужно? Блин, ну может хоть так мы не будем сильно мерзнуть? А? Я понял. Ништяк. Только давай другое место поищем. Более безопасное. Ну все, хватит. Ну, а где оповещение? Все, народ. Шторм прошел активную фазу. Можно выползать наружу. Спасибо. Спасибо. Страшно, страшно вот в таких местах ходить. Да ёпа-мать. Блин, больше опасаешься людей. Просто мне кажется, если мы кого-то тут встретим, то в нас сразу стрелять начнут. Машинку залутали. Тут кто-то либо есть, либо был. А, нет. Хм, это моя паранойя просто.
Так, я вижу теремок. Пойдем-ка мы ковырнем. Мне нужен галоперидол срочно. Мне надоели уже голоса в моей голове. Давай, иди сюда, драться будем. Ну, блин, чего такие быстрые-то, а? Так, ну да, я знал, что ты меня запалишь. Как я не попал? В смысле, она попала, я не попал. Еще соль, ну давай. Консервацию будем делать. Если доживем, конечно. Мне нужно построить домик. И вот тогда я уже смогу спокойно ходить лутаться. Ломик. Вот это хорошо просто. Так, если такое дело, мы сейчас тогда от топорика избавимся. И будем с ломиком ходить драться со всеми. Веревка. Да давай возьму, ладно. Добьем топорик и будем уже с ломиком, да? Ломик-то у нас есть чем чинить. Давай арбалет. Нет? Арбалет. Нет. И тут нет. Так, ну этот одноразовый, ладно. Не страшно. Мешок. А мог бы быть арбалет. А давай из лужи попьем. Зачем? Зачем ты это сделал? Да чё это за одни кепки, а? Где гвозди? Где арбалет? Чё ж ты будешь делать? Падра! Здорово, слушай, давно не виделись. Ой-ой-ой-ой. Блин, падра, какое ты говно, а? Все, последний бинтик. О, спрайтик. Давай с собой возьму. Блин, и тут ни хера нет. Что ты будешь делать? В теремке тоже сейчас. Кажется, тут пусто будет. Я бы сейчас от ПМ не отказался бы. У меня магазин есть. И патроны. И даже глушак есть. Мишка. А нужен мне мишка? Давай возьму. Пусть будет. А чё нет? Дай, пожалуйста, галоперидол, а? Угу. Ладно. Тоже пойдет. Ой-ой, падра. Не заметил вас. Еще раз. Ага, пойдет. Нормально. Да какая шляпа, ну блин, где гвозди? Где стройлут весь? Даже лопату не нашел. Неравнодушные люди. Ну да, опять шляпа. Какое же говно. Блин, там бабка и дед, ёпа-мать. Так, мне нужно как-то их по одному выцеплять. Ага, иди сюда. Нормально, так. Все, топорик сдох. Лом, твоя очередь. Блин, еще один дед. Откуда ты взялся? Портупея. Нет, портупея не нужна мне. Взять некуда. Да и нахер он нужен. Надо будет сделаю себе. Бабка. Так, стамину восстанавливаю. Сейчас еще с дедом будем драться. У тебя есть что-нибудь попить там? Не знаю, ПМ. Ха. Серьезно? Кто-то сюда ломится? Это говно. Дурак. Что ты делаешь? Так, ладно, колонка. Мне это надо. Это сейчас сюда прибежит. Все, ты один был? Кстати, я бы себе компот сварил бы. Было бы хорошо. Компот и калории восстанавливает, и плюс сальмонеллу лечит, и простуду. Полезная штука. Странно, что хлор до сих пор не прилетел сюда. Я думал, сюда частенько прилетает. Что это такое? Шерстяное пальто на 42. Пойдет. Ништяк, ништяк. Перемкнуть бы тебе за такие мысли. Да за какие? Чё я подумал не так? Вот тут чё-то лежит. Как всегда. Да? Магазин АМК-2. Хорош. Теперь патронов бы найти. Сильно, да? Ну давай мы тебя починим. Ладно, уж что теперь. Надо будет найдем еще. Это вот нужная вещь. Нужная.
Так, и плюс 3 патрончика у нас еще тут. А можно мне ПМ, пожалуйста, а? У меня и патроны есть. И магазин есть. Так, ладно, пойдем теремо глянем. Может, галоперидол все-таки, а? Походный рюкзак. Ничего себе, какой он. Ну-ка, иди сюда. Ну, а можно пушку приоттачить сюда? Пушка сюда не оттачится. Не, не надо. Мы лучше, по-моему. Хороший, конечно, на 72. Ну, блин. У меня-то пушку можно приоттачить сюда. Плюс топорик еще. Так, грибочки, грибочки. Так, это 4-й. Так, 5-й. Еще один нужен. Гнилой, блин, но нет. Тоже гнилой. Так, не повезло. Дай галоперидол, пожалуйста. Устал я уже. Морфин. Блин, ну такой себе. Чё это? Свеча. Так, давай с тебя ПМ упадет, а? Нет. Слушай, в лопате настолько всего лутается. Столько домов. Прикольно. Только не находится ни хера ничего. Так, ну, надежда на эту промку. Свеча, штык. На мосина я штык не смогу приоттачить, у меня глушак. О, пойдет. Это нужная вещь. Блин, мне нужно куда-то эту штуку забрать. Так, ладно, за веревкой еще вернусь. Может, я пряжу сделаю, что-нибудь подлатаю себе. Штык. Давай я его возьму. Это сюда пойдет. Магазин на глок. Дайте уже глок этот сам. Ладно, пойдем. Так, что мне тут подшить нужно? Давай сумку. И перчатки давай на раз. Все нормально. Пойдем дальше. А это кто тут на отмычке закрывается, а? О, проволока. Давай. А я не знаю, проволока нужна при строительстве или нет. Хорошие рабочие перчатки. Блин, ну давай с собой возьму, вот эти вот выброшу. Вот так вот. Эпоксидка. Хорошо, а у меня не было ее, да? Все, лопатина мы благополучно залутали. Нормально. Нашли примерно ни хрена. Ну так, по чуть-чуть только если. Да, тут как всегда 20 миллионов зомбарей на один домик. Говно. Что-то их тут слишком много, ребят. Так. Блин. Кто там еще? Ты в доме, что ли? А где ты? А, вот ты где. Че, дурак? Мне кажется, та Алевтинка в прошлый раз как-то слишком подозрительно на меня посмотрела. Так, мне это уже надоело. Дайте мне галоперидол. Пусто. Да хороший, блин. Ну, говно. А че ты стоишь? Че ты не бьешь? То есть им бить можно, а мне нельзя, да? Ладно, будем двигать в сторону Новопетровки тогда. Хочу вот по северу погулять. Так, слушай, а грибочка нигде не видно, а? Тут нет. И тут нет. Так, значит, в Лопатино не прилетает газ. Вот что мы узнали. Либо мне очень сильно повезло. А мне вчера на Кумарне сказали. Да врут они. Так, блин, опять погода испортилась. А давай из лужи попьем. А давай не давай. Блин, я, короче, хочу все-таки в лагерь сходить. В этот биатлон-арена. Кстати, перед Синестоком мы можем повстречать этих дагестанцев. И хорошо было бы с ними поздороваться. Если мы все же сможем одолеть их, то у нас и пушки появятся, и патроны. Всякое такое. Так что было бы хорошо. Чем стрелять есть, благо. Я думаю, мы справимся. Ладно, не буду я вас томить этой дорогой. Если все нормально будет... Встретимся уже там. Сельская поликлиника. Я бы хотел аптечку найти. Блин, а что тут открыто? Это зомбарь выбил, что ли? По-моему, тут кто-то ходит.
Вырубай! Вырубай комп! Нет, рано еще. Дефибриллятор. Еда желтая уже, хорош. Ты все? Ну капец. Слушай, газа нет. Но вопрос, когда он был? Потому что может прилететь в любой момент. Давай пока машинки чекнем, что ли. Смотреть не буду тебя. Спички есть. Брезент не нужен. Не знаю, что можно сделать из него. Слушай, у нас уже еда желтая. Надо что-то с этим делать. А что у нас есть из еды? По-моему, у нас ничего нет, да? Перекусить яичко одно. Гвозди. Ништяк. Ништяк. Хорошо, пойдет. Это что такое? Сумка. Я знаю, что это такое. Я возьму. А вдруг мы найдем городской рюкзак? Ага, так нельзя, да? Капец. Так, слушай, ну тачки никакой не вижу я. Блин, нам еще холодно. Хорошо было бы отогреться. Нам нужен грибочек, чтобы мы смогли себе суп приготовить. Кто сказал, да? Бабка. Так, давай, бабка, иди сюда. Блин, а что со стаминой, а? Где моя стамина? Дагестанцы следят за тобой. Стоп. Это зомбарь был? Да. Ну дай спрайтику, что ли, а? Нет. Да как вы задрали, а? Ты еще с ведром. Ну да, с ним посложнее будет. Ну чё, уже веришь в проекцию Луны? А не Виру там как, а? Так, ладно, не буду обыскивать. Время терять не хочется. Еще кто-то? Патроны мои. Я бы от СКС не отказался бы. Магазин для сайки. Ты чё, придешь, нет? Так, мачете. Мне кажется, это неприлично. Да? Так, ладно. Это что? Прицел ПО? О, вот эти я возьму. Вот это что торчит? А, это нога его. Блять. Иди отсюда. Да что ж ты, блин, будешь делать? Где лут весь нормальный? Что за говно? Капец ты, блин. Вот же мразь. Кто еще? Так, давай перевязывайся. Что это, приклад? Блин, не то. Охотничий нож, кстати. Так, его я заберу. Блин, там и бабка, и дед. Такой есть у меня. Это не надо. Ну капец, вообще сходил. Хреново. Так, стоп. Это член? Судя по всему, да. Иди сюда. Я вас понял. Идеально просто. Идеально. Ну, как вам ПВП? Круто, да?